Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена приветствует вас на сайте. В первом полугодии 2022 года цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 15.30 по субботам – курс нутрициологии. Лекции читает Украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.30 по воскресеньям – курс «Лечебное питание. Природа для восстановления здоровья». Научный руководитель – Стремоухов Анатолий Анатольевич. 16.00 – курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Руководитель – Чеботарева Татьяна Александровна. 16.30 – курс по кардиологии. Читает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопросы лектора». 17.00. Курс «Актуальные вопросы оториноларингологии». Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. 17.30. Курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Андрей Леонидович Заплатников и доцент Дементьев Александр Анатольевич. 18.00. Курс нефрологии. Научный руководитель Мальцев Станислав Викторович. 18.30. Объединенный курс «Неврология для педиатров». Читает Валерий Петрович Зыков и курс «Рефлексотерапия». Читает Тян Виктория Николаевна. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. С нами всегда просто и удобно. 19.00. Курс по общей врачебной практике. Читает Стремоухов Анатолий Анатольевич. 19.30. Курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. 20.00 по воскресеньям. Курс «Живые легенды». Уникальные интервью с корифеями медицины. Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров на сайте www.edu-pediatrics.com. Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-serrano.ru. До встречи в выходные! Ассоциация «Серано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Серано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Серано»? «Серано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш «Серано». Ну что ж, уважаемые друзья,
В прошлый раз мы с вами говорили о зубце П и, соответственно, о предсердиях. А сегодня мы поговорим о комплексе КРС и, соответственно, о сокращении желудочков. Итак, снова мы с вами рассматриваем стандартные КГ в норме. Сегодня мы рассматриваем комплекс КРС. Вы видите его, так он схематически изображается. Это еще раз мы смотрим с вами ЭКГ в норме. И вы помните, что первое, второе, третье отведение, стандартное отведение. Если взять изображение, как электрические импульсы откладываются на эти оси, то вы видите, что первое отведение – это отведение между руками, между правой и левой рукой. Соответственно, второе отведение – это отведение между правой рукой и ногой. Вот вы видите его на рисунке. И третье отведение – это отведение между левой рукой и ногой. И, соответственно, в зависимости от того, как расположена у нас ось сердца, соответственно, она и будет отображаться на вот этих отведениях. Но смотрите, если у нас отклонение электрической оси вправо, соответственно, у нас R3 будет больше, чем R2, будет больше, чем R1. При этом R2VR будет максимально. Но это естественно, если у нас отклонение электрической оси вправо, то усиленное отведение на правую руку будет, R в этом отведении будет больше, чем S в этом же отведении. Если у нас электрическая ось отклонена влево, то, соответственно, R в отведении AVF будет меньше, чем S в отведении AVF. А R в первом отведении будет самым высоким, за ним будет R во втором отведении и дальше R в третьем отведении. Если у нас нормальная электрическая ось сердца, то есть ось расположена приблизительно одинаково между первым и вторым отведением. Соответственно, R2 будет больше, чем R1 и больше, чем R3. А R в отведении AVL будет равняться S в отведении AVL. Это нормальное расположение электрической оси сердца. Это, конечно, трудно запомнить все с одного раза, но если вы представляете расположение электродов и о том, как эта ось вертится, то, в общем, вы достаточно легко все это восстановите в своей голове. Но на всякий случай, особенности, когда вы только-только начинаете читать электрокардиограмму, ну, иметь этот слайд себе в помощь, и определение электрической оси сердца будет простым и непринужденным. Если снова посмотреть на ЭКГ в норме, ну, давайте с вами возьмем и определим, какая тут электрическая ось сердца. Вы видите, что R во втором отведении самая высокая, дальше в третьем, дальше в первом. Это соответствует вертикальной электрической оси сердца. И при этом, если бы у нас вертикальная электрическая ось соответствовала бы 90 градусов, то у нас бы тогда R2 было бы равно R3. Вот. Но поскольку R2 в нашем случае все-таки больше, чем R3, то мы можем говорить о том, что это ось порядка там, 75 градусов. Ну и еще вот на этой ЭКГ вы видите схему наложения электродов в грудных отведениях. Вы видите, что V1 снимается в четвертом межреберье справа, V2, соответственно, в четвертом межреберье слева. И дальше точки ставятся V4, это по среднеключичной линии на уровне верхушечного толчка, 3 между ними, и 5 и 6 отведения идут по 5 межреберью еще левее. Вот такую картину, которая отображает V1 состояние правых отделов сердца, а V2 начинаются левые отделы сердца. Мы видим с вами на ЭКГ, соответственно, V2, V3, V4. V4 – это верхушка, и V5, V6 – боковая стенка левого желудочка. Итак, сегодня мы с вами говорим о зубце КРС. Максимальная продолжительность желудочкового комплекса не превышает 0,1 секунды. Интервал КРС-Т измеряется от начала комплекса КРС зубца КУ или Р до конца зубца Т.
Длительность интервала КТ зависит от частоты ритма сердца. Рассчитывают коррегированный интервал КТС. Верхняя граница нормальных значений этого интервала соответствует 450 миллисекунд для мужчин и 460 миллисекунд для женщин. Удлинение КТ, превышающее 500 миллисекунд, ассоциировано с высоким риском развития желудочковой тахикардии. Продолжительность нормального должного интервала КТ при данной ЧСС рассчитывают по формуле Базета. Ну, сейчас мы считать с вами не будем. В принципе, мы просто должны с вами об этом знать. Если мы говорим о патологии желудочкового комплекса, то первое, на что обращать внимание, это желудочковая экстрасистола. То есть преждевременное внеочередное проявление на электрокардиограмме измененного желудочкового комплекса. Значительное расширение этого комплекса и его деформация. Расположение сегмента РСТ и зубца Т экстрасистол дискордантно по направлению основного зубца комплекса КВРС. Отсутствие перед желудочкой экстрасистола и зубца П. Полная компенсаторная пауза в большинстве случаев после желудочкового экстрасистола. Ну, так очень мудрено звучат основные правила, по которым регистрируется экстрасистола. Давайте просто посмотрим с вами все это на примере. Итак, нормальные комплексы одного из стандартных отведений. И вы видите, что по окончанию комплекса возникает широкий, расширенный такой абракадабра, желудочковый комплекс. При этом нашего любимого зубца П, о котором мы так долго говорили в предыдущей лекции, мы нигде не видим. Соответственно, после вот этого широкого комплекса, это и называется желудочковой экстрасистолой, возникает компенсаторная пауза. И дальше возникает уже нормальный комплекс зубцом П и синусового характера. По месту локализации различают левожелудочковые и правожелудочковые экстрасистолы, то есть места, из которых эти экстрасистолы, собственно, инициируются. Да? То есть это же возбуждение из какой-то точки желудочка, соответственно, или правого, или левого. Ну и поскольку возбуждение, оно идет нестандартным путем, то происходит вот такое расширение желудочкового комплекса. На самом деле, хотелось бы, чтобы вы поняли одну такую очень простую вещь. Экстрасистола, которая идет, например, из левого желудочка, она по возбуждению проходит тот же путь, что и при блокаде правой ножки правого желудочка. Если возбуждение не может пройти в правую сторону, да, оно начинает идти влево. И по своему импульсу это соответствует экстрасистолу из левого желудочка. Поэтому вот эти комплексы, расширенные желудочковые комплексы, они левожелудочковые экстрасистолы будут очень похожи на блокаду правой ножки пучка ГИСа. Просто надо запомнить, что в правых отведениях, а это В1 правое отведение, такой большой положительный широкий комплекс, он будет соответствовать или блокаде правой, если он все время такой, то это будет блокада правой ножки пучка ГИСа. А если он периодически выскальзывает, тоже такой широкий, то это экстрасистола из левого желудочка. Но, по сути, это одно и то же, да, то есть просто вот такое измененное проведение. Вот. Ну и, соответственно, поскольку В1 антипод В6, то В6 будет все с точностью до наоборот. То есть если В1 это все пошло в плюс, то В6 это все пойдет в минус. И, соответственно, и блокада правой ноги, и экстрасистола из левого желудочка будет минусовой. Правую желудочку экстрасистола, ну, опять же, с точностью до наоборот. Как блокада левой ножки, соответственно, это будет широкий комплекс в левых отведениях, и это будет глубокий комплекс в правых отведениях. Вот это будет правожелудочковая экстрасистола или ситуация приблизительно аналогичная блокаде левой ножки пучка ГИСа. Ну, также выделяют еще интерполированные или вставочные экстрасистолы. Это когда после вот этого внеочередного сокращения, как вы можете видеть на этом рисунке, не идет компенсаторной паузы, а это сокращение умудряется возникнуть точно между двумя синусовыми комплексами и образуется так называемая вставочная интерполированная экстрасистола. Ну, сразу хочу сказать, что сами по себе наличие экстрасистол, то есть неочередных сокращений сердца, ничего страшного это само по себе не несет. Считается, что до 10 экстрасистол в минуту это вообще вариант нормы, и какие бы они по своей там направленности не было. Кстати, по поводу направленности.
Вот, например, перед вами электрокардиограмма, которая называется политопный желудочковый экстрасистол. То есть вы видите, что в ней очередные сокращения сердца и желудочков, потому что комплексы расширены, они идут и в правую сторону, и в левую сторону. То есть они разнонаправленные. Ну, политопные полифокусные экстрасистолы, они обусловлены тем, что существуют очаги возбуждения в нескольких местах. С точки зрения кровоснабжения сердца это не очень хорошая такой предсказательная вещь. Вот. Но само по себе с точки зрения аритмии ничего страшного это не несет. А дальше все эти экстрасистолы могут группироваться. Когда вот этот очаг, который расположен в желудочках, становится все более и более активным. И превращаться в парные экстрасистолы, в групповые или залповые экстрасистолии, формируя короткие пароксизмы тахикардии. Ну, с точки зрения прогноза, это уже не очень хорошо. Потому что все это приводит к развитию острой сердечной недостаточности и к ухудшению состояния пациента. Также к состояниям, ухудшающих сердечную деятельность, относится аларитмия, когда экстрасистолы приобретают определенный ритм. И они там 2 к 1, как на данные КГ, бигеминия, тригеминия, квадрогеминия. Все это может привести к желудочной пароксизмальной тахикардии, когда мы уже вообще не видим предсердных комплексов. Мы видим целую такую пилу из сплошных желудочковых комплексов. Вот, опять же, с точки зрения функционирования сердца и развития последующей острой сердечной недостаточности, это нехороший прогностический признак, который может закончиться трепетанием или фибрилляцией желудочков. И тогда вот такие совсем некрасивые кривые, которые говорят о том, что сердечная деятельность у данного человека заканчивается, мы с вами можем видеть на электрокардиограмме. Вот такой небольшой обзор. Сегодня мы с вами рассмотрели комплекс QRS, а также что происходит на электрокардиограмме, когда возникают экстрасистолы желудочковые. Разобрали, что такое правое и левое желудочковые экстрасистолы, различные виды желудочковых аритмий. И немножечко поговорили о блокадах, которые, в общем-то, с точки зрения проведения тоже связаны с экстрасистолами. Надеюсь, если вы потом немножечко поподробнее посмотрите эти слайды и сами разберете эти варианты, о которых я говорила, то вам эта патология станет более понятной. На самом деле все достаточно четко и ясно, и хотелось бы, чтобы для вас это было тоже такой азбукой электрокардиографии и давалось вам это все легко и непринужденно. Я жду ваши вопросы. До свидания, до новых встреч.